Поступая на государственную службу, вы принимаете решение, которое изменит вашу жизнь. Вы работаете с людьми и для людей. По вашим действиям и словам, даже во внерабочее время, люди оценивают работу государственных органов. Это высокая ответственность и честь. Важны не только профессиональные, но и личные качества. Даже в самых сложных ситуациях важно соблюдать служебную этику государственных служащих. Вы должны стремиться к максимально эффективной работе в интересах государства и его людей. И задача уполномоченного по этике – помочь в этом. В случае нарушения прав и интересов государственных служащих, физических и юридических лиц по фактам нарушения норм служебной этики, уполномоченный по этике примет меры, направленные на защиту и восстановление прав. Вы всегда можете обратиться к уполномоченному по этике для консультативной и разъяснительной работы по вопросам соблюдения законодательства Республики Казахстан в сферах государственной службы, противодействия коррупции и этического кодекса. Соответствие этическим требованиям – основа высокого доверия общества к государственной службе.